Вот, ребят, Дмитрий Петров, золотой чемпион. У него сейчас флажок, и вон он вдалеке бежит. Идет потихонечку. Уже подустал, походу, по сугробу бежать. Сейчас посмотрим, как он поймает или не поймает. Пока на месте не крутит, но уже давно, видать, горит. Посмотрим сейчас. Бежит. Вот. И еще золотой чемпион у нас Станислав Вершинин, Звенигород. Вот. И там мой флакон-то. Я тоже золотой чемпион. Сегодня, я говорю, одни золотые чемпионы. Да, как будто фитнес, да, в клуб сходил. Видишь, он перехлестнул еще. А я думал, у Станислава поклевка. Я иду, говорю, Станислав, поклевка. Он говорит, а это Димкин. Димкин жерлица. Че, тишина? Угу. Наверное, джерса съела. Че скажешь? Тишина. И живец на месте. А, чуть поцарапал вроде, да? Да, он. Вот так-то. Так что, ребят, поклевки нет. Ну ладно. Вернее, поклевка есть, рыбы нету. Много.